Всем привет! С вами Веломода, и сегодня у нас в руках необычная модель шоссейной велообуви. Это одна из верхних моделей Shimano. Чем же она замечательна? Во-первых, она двухцветная. Это белая и черная сторона. Ну и, конечно же, подошва из черного композита. Эта модель завезена во всех размерах вплоть до 50-го. А это значит, что те, кто являются счастливыми обладателями стелечки 31,8 сантиметра, тоже смогут приобрести эту обувь. Вот сейчас у нас с вами в руках будет экземпляр в 48 размере. И мы его очень внимательно рассмотрим. Обувь многофункциональная. Она очень легкая. Мы обязательно сегодня взвесим ее. Оригинальный дизайн и оптимальный комфорт, который предусмотрели конструкторы этой обуви, они обеспечат, конечно же, эффективное и очень комфортное педалирование. Итак, давайте все по порядочку. Конструкция верха сделана из специальной синтетической мягкой кожи. Вот она сделана не просто из кожи, но и специальная перфорация на нее нанесена. И не просто перфорация, а еще и вставочка есть из такой специальной сетки, которая дополнительное дыхание обеспечит вашим ногам. Дальше о застежках. Конечно же, две традиционных липучки, вот таких. И вот такая интересная застежка, которая действует следующим образом. Нажимаем на нижнюю часть и просто легко выстегиваем вот эту застежечку. Вот таким образом она легко двигается, если нижняя клавиша нажата. Если же нужно сделать постепенное застегивание, то это делается верхней такой педалечкой. Все удобно, очень легкая застежка, обратим внимание, такая. Это, в общем-то, новшество. Вот здесь есть возможность переставлять ее. Тоже интересный момент, чтобы правильно подогнать по ноге. Что еще о ней хочется сказать дополнительно? Сделана колодка таким образом, чтобы максимально плотно и комфортно облегала она вашу ногу. Липучки сделаны в разных местах, что тоже обеспечивает дополнительное облегание ноги, улучшенное. Дальше, ну давайте рассмотрим теперь стелечку. Если посмотреть в эти туфли вот таким образом, видно наверняка, что вот здесь есть сплошные отверстия в конце туфли, которые прекрасно дадут возможность вентилироваться и дышать этим туфлям. Теперь рассмотрим стелечку подробнее. Она вот такая вот, со специальной перфорацией. Вот здесь перфорация сквозная через подошву, кстати говоря. И чем еще замечательна эта стелька? Ни в одной модели ранее не применялась вот такая интересная стелька двойной плотности. Она сделана специально для устойчивости пятки. Более такая жесткая здесь и более мягкая фактура здесь. Ну и, как всегда, форма такова, чтобы ногу максимально хорошо, плотно держать в туфлях. Что еще можно сказать об этих туфлях? Что они легкие. Карбоновая подошва, конечно же, создана именно для этого момента, для жесткости и легкости. Мы сейчас вам продемонстрируем их вес. Вот этот туфелик у нас со стелечкой. И в 48 размере оно дало нам вес 325 грамм одной туфли. Ну, вот такие прекрасные туфли. Я хочу еще раз вам их показать со всех сторон. Задничек выглядит вот таким образом. Очень приятная вот здесь поверхность такая из синтетической ткани, которая обладает повышенной износостойкостью. Такой здесь тоже чем-то мягким таким проложенный верх, то есть он не будет создавать дискомфорта. Здесь есть какая-то мягкая прокладочка. И вот таким образом изнутри они черные, так напоминают лаковые. Снаружи тоже такие же глянцевые, но белые.
подошва черная. Ну и как всегда есть возможность регулировки монтажа шипов. Ну это как бы традиционно, ничего нового в этом на самом деле нету. Подошва вот здесь сделана из карбона, задник и передняя вот такая часть из другого материала. Ну, в общем-то, вот такие вот велотуфельки для любителей шоссейного велоспорта. У нас их зачастую берут триатлонщики. В общем-то, модель очень достойная, серьезная и позволит получать максимум удовольствия от езды. С вами Веломода. Обращайтесь к нам, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками со своими друзьями и смотрите новые видео.